поводу политиков, которые делают шоу, я думаю, что, может, не в эфире, но в личной беседе вы не раз общались на эту тему. Накануне один из политиков, из политических лидеров тоже партии, Рината Усатый, мэр Бельск, кстати, у вас была определенная полемика в прямом эфире, он оскорбил вас, но я сейчас не об этом, хотела бы спросить у вас, чем завершилась эта история? Во-первых, он не оскорбил меня, он оскорбил молдавского народа, те женщины, тех детей, которые смотрели прямой эфир. И он показал еще раз, какой у него плинтусовый уровень эдукации. Образование. Это во-первых. Во-вторых, я не буду много комментировать. Это того не стоит. Ни эфирного времени, ни внимания наших сограждан. Я вам скажу только одно. Этот человек боится серьезно меня лично, потому что он знает, что я знаю. И чего, а что вы знаете? Чего он боится, того и будет. Потому что закон должны соблюдать все в нашей стране. Что я знаю? Придет время. Вы сейчас не готовы. И случится необъяснимо, но факт. Всем сейчас просто интересно, любопытно узнать это. Чуть-чуть времени, подождите. Знаете, что этот человек не говорит своим языком, он говорит языком своих хозяева, те, которые его дергают за нитки. Где его хозяева? Они в Молдове? Увидите. То есть вы об этом расскажете позже? Я много чего расскажу.